Русские сказки. Стойкий оловянный солдатик. Случилось это не так уж давно. Жили в большом доме мальчик Мону и его родители. Мону очень любил игрушки. У него была целая коллекция. Всякий раз, когда в магазинах появлялась новинка, родители тут же покупали ее сыну. Его комната была заполнена плюшевыми мишками, куклами и машинками. Однажды мама принесла Мону оловянную коробку. «Мам, а что внутри?» «Подарок для тебя, мальчик мой. Оловянные солдатики. Теперь у тебя есть собственная армия, которая не даст тебя в обиду». «Ого, оловянные солдатики!» В коробке была сотня солдатиков из чистого олова. Среди них был один, что разительно отличался от остальных. «Мам, а у этого бедняги всего одна нога!» «О, должно быть, его положили по ошибке! Он бракованный! Отнесу его назад!» «Стой, мам! Не ты ли говорила, что нет ничего дурного в том, чтобы отличаться? Он просто не такой, как другие! Жалую ему чин капитана! Отныне он оловянный капитан!» «Одинаковых солдатиков я называть не стану. Как я отличу их одного от другого? Но капитана я узнаю всегда. Он такой особенный». «Сыночек, ты все верно понял. Ты прав, он не бракованный. Просто он не похож на нас. Он особенный». Мону поставил своего любимого капитана на полку. «Послушай, капитан, пока меня нет, приглядывай за тем, что творят игрушки, ладно? Мы с тобой команда, друзья, не разлей вода!» «Мону, ужин на столе!» «Пока, капитан! Еще увидимся!» Капитану мальчик очень понравился. Едва за ним закрылась дверь, как все игрушки ожили. Капитан зорко следил за ними. Вот потянулась панда... Вот жираф, неудачно упавший, поднялся на ноги и стал разминаться. Вот кукла развернула голову, выкрученную задом наперед. Пора играть! А где же Мону? Ты что такое говоришь? Он играл с нами пару минут назад. Но я летучая мышь! Нет моей вины в том, что я днем сплю! Но капитан их уже не слышал. Он не мог отвести взора от сияющей фигурки. Что за диво! Восхитительная бумажная балерина у огромного замка. Платье ее сияло и переливалось. Но ярче всего сверкало блестящее алое сердечко у нее на поясе. Она танцевала на одной ножке, высоко подняв другую. Прямо перед замком раскинулся великолепный пруд, и блики воды сияли на лице балерины, словно утренняя роса на траве. Весь прочий мир исчез для капитана. «Ого! Никогда не видал я подобной красавицы!» «Трейси — красавица! Всегда стоит на одной ножке! Такая старательная балерина!» Прости меня, это было невежливо. Я не думал, что сказал это вслух. Ты достойный солдат, скромный и вежливый. Я весьма польщен, спасибо. На этом их разговор с дельфином закончился, но в память капитана запали его слова: «Трейси, балерина». Довольно быстро капитан понял, что влюбился в Трейси. Приближался вечер. Обитатели комнаты играли и смеялись, но капитан ни на секунду не отводил взгляда от Трейси. «Я должен поговорить с ней, но что мне сказать? Не прогонит ли она меня? Что ж, я должен хотя бы попытаться. Что толку стоять здесь и волноваться? Уважаемый дельфин, не поможешь мне спуститься? Я хотел бы поговорить с Трейси.
и рассказать ей о своих чувствах. А, конечно. Но позволь мне кое-что сказать. Говори. Трейси – самая прекрасная балерина в мире. А ты всего лишь оловянный солдатик без ноги. Думаешь, она тебя не прогонит? Прости, но ты мне нравишься. Не хочу, чтобы тебе делали больно. Не стоит извиняться. Ты сказал правду. Но у меня недостает ноги, а не сердца. Она должна узнать о моих чувствах. Я не могу решать за нее. Да, она может отвергнуть меня. Но зато все решится. Верно? А я и не подумал об этом. Ты прав. Неважно, что другие думают о нас. Важно, что мы думаем о себе сами. Так вперед! Удачи, капитан! Сделав глубокий вдох, оловянный капитан направился к балерине. Пару раз он падал, но неизменно поднимался и продолжал прыгать с тем же рвением. Наконец, он добрался до замка. Капитан очень нервничал, но ни на секунду не усомнился в том, что нужно сделать. Давай скажи ей, что она прекрасна и что ты хочешь с ней познакомиться. Здравствуй. Я пришел сказать, что я прекрасен. А? Что? О, не то. Ты просто великолепна. То есть, не то чтобы другие некрасивы. Все, что нас окружает, прекрасно. Этот замок просто прекрасен. И озеро, и жираф, и панда, и все существа. То есть, ты не существо. Ой, мне лучше помолчать. Ты оловянный капитан. Надеюсь, тебе не больно, хоть ты и упал по дороге. О, да, ходить на одной ноге не так уж просто. А, да, прости меня. О, не стоит, прыгать полезно для здоровья. Да. Трейси не могла отвести взора от оловянного капитана. Никогда прежде не видела она столь волевого солдата. Он и правда был особенным. Я пришел сказать, что ты самая прекрасная балерина в мире. Я бы хотел стать твоим другом. Хорошо, капитан. Всю ночь капитан и Трейси весело болтали у пруда. Никогда в жизни им не было так здорово. Идем, покажу тебе игрушки. Познакомишься с моим новым капитаном. Он сильный и красивый. Капитан! О, где же он? Мама, ты не видела моего капитана? О, сколько игрушек! О, оловянный солдатик! Что? Бракованный? Провожу его в последний путь. Пускай его несет лодка. Добрый путь, солдат! Прощай! О, нет! Что? Как? Куда меня несет? Бурный поток мчал его прочь. Капитану не под силу было справиться с ним. Нет! Ужас! Нет, я должен вернуться домой, к мальчику и к Трейси. Не успел капитан найти выход, как лодка нырнула в водосток. Течение стало спокойнее, но капитан не мог ни остановить лодку, ни спрыгнуть с нее. Он знал, что рискует утонуть. Несколько часов стойкий оловянный солдатик пытался развернуть свое суденышко, как вдруг... Стой! Остановись! Остановись! Впереди показалось море. Лодка промокла и развалилась. А оловянный капитан, на то он и оловянный, как ни старался, всплыть не мог. Он опустился глубоко на дно моря. О, Трейси, как мне горько! Что ж, я ни за что не сдамся. Я оловянный капитан. Я жизнь потрачу, но вернусь домой к Трейси и Мону. Но трудности его не закончились.
Едва только солдатик решил осмотреться и подумать, что делать дальше, как огромная рыба проглотила его целиком. Вот глупая рыба, выплюнь меня, я ведь сделан из олова. Оловянный солдатик стал биться внутри рыбы, пытаясь выбраться. То есть стало так плохо, что она поднялась на поверхность, и вот... Поймал! Отличный сегодня будет ужин! Повар принес рыбу на кухню и разрезал большим острым ножом. Ух ты! Что это? Игрушка? Повар спешно сполоснул солдатика под проточной водой. Он хотел поскорее показать всем свою находку. Вот ведь диво! Солдатик вернулся из путешествия. Капитан чувствовал себя странно. Лица повара он не узнал. Зато заметил кое-что еще. Похоже, я уже здесь бывал. Как так вышло? Должно быть, я ударился головой. Но он не ошибся. Солдатик действительно бывал здесь. Ведь это был его дом. Он вернулся к Мону и своей любимой Трейси. Мой оловянный капитан! Он вчера потерялся. О, спасибо, что нашли его! Капитан был рад встрече, но взгляд его искал возлюбленную балерину. Вот же она! Стоит на прежнем месте и ждет его. Лишь взглянув на нее, капитан больше не мог отвести взора. Солдатик даже не заметил, как повар, поскользнувшись, уронил его прямо в полыхающий камин. «Нет, мой капитан!» Было слишком поздно. Олово начало плавиться, но капитан не чувствовал боли. Он продолжал смотреть на любимую балерину. Трейси тоже не сводила с него взгляда. Как она мечтала оказаться сейчас рядом с ним? Мону кое-что придумал. Он бросился к окну и открыл его. Вот, ветер должен погасить огонь. Но ветру это оказалось не под силу. Вместо этого он сорвал с места бумажную балерину и швырнул в огонь. Какой ужас! Моя Трейси! Игрушки смотрели, как Трейси и капитан сгорают в огне. Влюбленные улыбались. Наконец-то они были вместе. Когда пришла мама, огонь уже потух, а бумажная балерина и оловянный солдатик сгорели дотла. Они сгорели! Трейси и капитан! О, мне так жаль, милый мой! Что это такое? Сердечко? Да, он был прав. Это было черное сердечко из расплавленного олова. В самом центре сияло другое сердечко, алое. То самое, что прежде было на платье балерины. Это все, что от нее осталось. Мону хорошо понимал свои игрушки и сразу сообразил, что случилось. Улыбнувшись, он поставил сердечко на полку. Теперь никто не разлучит капитана и Трейси. Они всегда будут вместе, и Мону никогда их не потеряет. Трейси и оловянный солдатик теперь неразлучны.